Друзья, вот так вот выглядит лампочка Т5, 1,2 ватта, Volkswagen Multivan Т5 рестайлинг. А не мог понять сначала, как она открывается. Думаю, блин, сейчас сломаю. Она, оказывается, просто вот так защелкивается. А сверху у него вот тут такие вот, вот они, защелки. На них нужно надавить. И вот эту часть другую, вот сейчас покажу, нужно надавить. Вот так надавливаешь, и она, видите, ослабляется, и раскрываешь его как патрон. Лампочку новую вставляешь, и все, и горит. Горит, видите? Так что теперь подсветке будет свет. Подсветки прикуривателя. В общем, друзья, собрал я. Лампочку поменял. Собрал. Поставил вот ее на место. Сюда воткнул. Лампа горит. Сейчас буду собирать дальше. Значит, тут еще есть такой нюанс. Вот такое вот стеклышко. Вот такое стекло. Оно вставляется в пепельницу. То есть это подсветка пепельницы. Это помимо красного в пепельнице стеклышко. Здесь еще есть вот такое вот стекло. Даже вот сюда оно, вот сюда ставится. Вот сюда. Сейчас. Главное не перепутать, оно выпуклое. Вот, видите, оно выпуклое вот такое. И вставлять нужно. Я сначала вставлял вот этой стороной сюда. То есть вот так. А пепельница не входила. Оказалось потом, что нужно вставлять. Там пазик такой есть стороной. Вогнутый. Сейчас просто неудобно. Тут вот. Ставлю. Во. Вот так оно должно внутрь вставляться, стеклышко это. И тогда пепельница нормально заходит. Вот так, хоп, вставляется, и все. И тут вот еще красненький такой, и красным подсвечивает. Ну, как Audi. Эта штука тоже снимается, можно вытряхивать, мыть. Ну, я не курю. Уже довольно давно. И никому не советую курить, здоровье вредить, поэтому сейчас покажу. А вот здесь вот, вот они крепежи. Вот раз крепеж, вот два крепеж, два крепежа. И с этой стороны тоже не обязательно, можно вот так отогнуть. Тут тоже вот он крепеж. Раз. И там и где-то еще один второй. Потом буду закручивать, прикручу, покажу. Вот, тут еще нюанс будет с этим разъемом. Здесь вот разъем, он должен. Его сначала нужно соединить, а потом вот так вот воткнуть сюда, чтобы он. То есть вот так вот, чтобы он держался вот в эту сторону. И потом уже всю эту кассету туда вставлять. Еще закручиваем. Вот эти здесь сначала болтики, шестигранничек тут, шестигранничек Торкс здесь используется номер 10, самый маленький Торкс 10, а все остальные 20-ки. Здесь десятка идет, самый маленький. Ну, это чтобы лампочку поменять. А остальные уже идут. Сейчас маленький тут еще раз. Вот сюда закручивается.
Все. Один тут, второй тут. Закрутили. И начинаем собирать.